Самого редкого леопарда в мире, дальневосточного, запечатлели у российско-китайской границы в Приморском крае. На видео из нацпарка «Земля леопарда» оказался кот-путешественник, который смог посетить Китай. Уникальные кадры получили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время облета госграницы. Они передали материал ученым дирекции заповедников «Земля леопарда», благодаря чему удалось идентифицировать пятнистого героя. Это хищник под номером Лео-253М. Молодой самец совсем недавно был занесен в базу данных ученых, ранее он фиксировался фотоловушками всего несколько раз.